Последний раз я делал это в начале августа, и тогда я чуть не остался без глаза. Закручивался бытийность. И вот сегодня хочу попробовать тоже что-нибудь закрутить. Блин, вот теперь у меня небольшая фобия появилась. Сейчас однастроиться. Может, не надо? Может, не стоит? Одумайся, пока не поздно. Вот. И потом коленка мне прям так пролетела в лоб. Но кажется, на этот раз обошлось. Можно повторить на бис. Наверное. Или не стоит. Вот, да, я понял. И в прошлый раз я полностью расслабил ноги. И мне коленка пролетела в лоб. А сейчас я их как бы напряг. И ничего не пролетает в лоб. И можно еще раз что-нибудь закрутить. Конечно, это не сальтуха, но это сальтуха, ничего не знаю. Что-то я закрутил, короче. О, еще вот так могу делать, точно. Во. Не знаю, сколько тут оборотов получилось, вот так, конечно, не стоило делать уже. Да. Летаю в облаках, лежа на батуте. Все, она снимает. Просто держи вот, как я дал тебе. Вот чтоб вот так вот, да. Ну. Опять не страшно. А теперь сбоку еще хочу. Все, конкретно закрутил. Не знаю, что-то в этом месте особенное. Тянет меня сюда как магнитом.
может, я не буду вставлять этот отрывок в конец видео после батута. Или вставить. Сейчас посмотрим, если что-нибудь интересное произойдет в ближайшие 5-6 секунд. Я шел по трамвайным путям. Окей. Оставляем этот фрагмент в коллекцию. У вас Нарзана нету? Гранд Аутограф. Я шел. Иду. Наверное, когда-нибудь однажды я куда-нибудь приду. Да не наверное, а точно. Да. Не знаю, буду ли я оставлять это в конец. Ну, блин, трамвайные пути, мне кажется, стоят того, чтобы вставить. А так вообще... Ну, красиво. Луна, кстати, опять практически полная. Сидя у Кремлевской стены, Маргарита мысленно разговаривала с ним, сидя возле оперного театра. Ну нет, я не разговаривал сегодня, я вообще практически не разговариваю. Блин, все, короче, пока.